Добрый день. Стал счастливым обладателем шлифовального жирафа. Марка не имеет значения. Мне досталась тарелка мягкая из садового коврика, купленного для якобы колен на садовых участках работать. Снял предыдущую мягкую поролоновую часть и приклеил ЭВА, чтобы компенсировать вот этот зазор, чтобы пыль не вылетала. В этих местах такого диаметра сделал вставки одинокие, компенсировать, чтобы глубину тарелки увеличил саморезы. И, собственно говоря, система работает, не заклинивает, все хорошо. С этим я справился. Далее, что я сделал? У меня тарелка шла с родными маленькими отверстиями. А так как диски у меня основная масса вот с такими, тупо взял и просверлил. Так безжалостно, бесцеремонно. Это, думаю, оправданная жертва, потому что я себе еще купил вот такую тарелку. Буду я сверлить здесь понаружке или не буду, не знаю, потому что здесь пластмасса не так глубоко, она где-то вот здесь заканчивается, как раз на границе, где мне нужно было бы сделать отверстие под эти диски. Ладно, это будем решать вопросы по мере поступления. Что я улучшил с этой машинкой? Установил хомут, фал, трубу. Так, что нам для этого, мне что понадобилось? Следующее. Собственно говоря, сам хомут. Обычный фал. 3 метра где-то длиной. Из электрода и гвоздя я изготовил вот такую штуку, сидя на коленке. И метровая труба канализационная. В данном случае это метровая, при моем росте 1,75 м. Рекомендовал бы, наверное, сделать 1,20 м-1,50 м, может. Ну все, на любителя. И отрегулировать можно с помощью вот этого ремня, опять же. Настроить, покажу, как это я работаю с этим. Далее, что я еще сделал. Свет вокруг я головы не стал делать. Купил себе прожекторы хорошие. Не знаю, пока не испытываю нужды я в боковой подсветке, лишние кнопки, заморочки, пока это оставил позади. В комплекте шел шланг вот такого рода, очень гибкий, мягкий, подвижный, замечательный, но он пружинит конкретно и довольно-таки тяжелый, если работать на козле, когда весь шланг испытываешь нагрузку на руках. Что я с ним сделал? Я его укоротил и подключил гофру. Гофра легкая, эта часть подвижная, здесь все крутится, это все делается. Гофра у меня какого там она, 40-го диаметра, что ли, буквально метров, наверное, 5-6. И через циклон к старому пылесосу все фурычит, все работает, работаем без пыли. Да, еще какой плюс в этом, подключал гофру вначале без родного шланга. В этом месте постоянно переламывалось. Было неудобно. И жестковато, конечно. Так. Ну, собственно говоря, и все. Думаю, всем это будет полезно. Машинка, сколько бы она ни весила, там, 2 килограмма, 3, в данном случае, не знаю, мне кажется, 4 или, ну, около 4 плюс-минус, может, килограмм. Но, как говорят туристы, любой килограмм в длительном походе превращается в 10. Так что имейте в виду, кому интересно, берите на заметку. Вот, сейчас покажу. Да, и усилия, если надо поджать, то этот момент можно развить. Шкурю сейчас малыми оборотами, 180 наждачка, по причине того, что в
после отдельных мастеров пришлось штукатурить шепраком. Так. Ну, наверное, показать стоит. Андрюха, поставь на паузу, включи пылесос. Андрюх, давай, не стесняйся. Я стены шкурил, мне было удобно, тем более... Говори громче. Рост позволял шкурить, ну там чуть пониже этаж, поэтому на вытянутой палке я все стены зашкурил. Причем 3,20 высота, где-то, да, 3,20, 3,30. Приходилось на носочки вставать, но все равно вышкурил без всякого козлика, без всего. Понятно. Что вообще, общие впечатления какие? Замечательно. Если бы локоть не болел, я был бы просто в восторге. Но это из-за массы машинки, да? Ну вот, это да, что-нибудь. Слегка тяжеловато, но в принципе лучше, чем вот терка. Это по козлам там ползали, да что думаешь? Ну там, да, так-то нормально ободрали. Ну и это, 300 квадратов, сколько тут? По первому только этажу потолков, по 200 еще на втором. Вот так машинку держать-то вспотеть можно будет. Надо будет что-то придумать еще, чтобы стены шкурить. Не знаю, какие-нибудь резины, наверное, что-нибудь, жгуты какие-нибудь. Ну, там чуть-чуть не дошкурил, сейчас я это доделаю. В общем, такая песня. Рекомендую. И Андрюха рекомендует. Да. Очень рекомендует. Стены гораздо качественнее и быстрее получаются.